Друзья, добрый день, с вами Boston Technic, меня зовут Алексей. Сегодня у нас в обзоре гидрофицированная сцепка Baron SG21, производство Кормаш, 2013 года выпуска, с наработкой порядка 6000 гектар. Сцепка полностью комплектная, гидроцилиндры, колеса, бороны, выработка на прицепном, можете посмотреть. Понятно, что тут уже были доработки. Держатели Baron все в разном состоянии. Тут заколхозили такую, тут такую. Тут пока отсутствует. Это единственное место, где она, кстати, отсутствует на всем протяжении. То есть здесь надо будет приваривать. Здесь у нас такая, дальше идут родные. Такой вот аппарат. Как мы понимаем из названия, захват 21 метр. Серьезная техника. Резина вся на месте. Более-менее живая. Бороны все на месте, цепи. С правой стороны ситуация аналогичная. Здесь стойка Baron заменена. Здесь, ну, по две в каждом ряду получается у нас. И центральная. Здесь и там. Резина, вашему вниманию. Гидроцилиндры на месте. Как обычно, немного приложить рук, и можно в поле. SG21 Кормаш 2013 года. Ваше внимание, друзья. Спасибо, всего доброго.